Победа досталась державе. В сердцах сохраним этот подвиг живой. Защитникам Родины слава! Весомый вклад в победу внесли сибиряки, сформированные на территории нашего города, нашей области полки, дивизии, отдельное счастье защищали Москву и Сталинград. Форсировали Днепр и освобождали Киев и Минск. Освобождали Крым и Севастополь. В это время здесь, в тылу, не покладая рук дни и ночи, работали новосибирцы. Мой папа 25 сентября 41 года, его забрали, а я 10 марта родилась. Мне было полгодика, я его не знаю даже. В 43 году он в плену в Германии умер. Я вот плачу по нему. И мужа похоронила вот год тому назад. И по папе, и по мужу плачу. Родственника хотели найти, но здесь его нету. Это мой прадедушка, прадедушка моего сына по мужу. Ну, я своего, конечно, застала, но сын уже это не... Мой папа – защитник Брестской крепости. И вы знаете, вот я с юных лет, да, с детства, и была с ним так. И чту память. Я благодарю Господа, что мы сила, и наши дети воспитаны в духе героизма, патриотизма. Я за. Мне даже вот, говорю, мы все равно все умрем, да? Но память останется живой.